Привет, криптоманы! С вами Олег Фартовый на канале Криптомания. В сегодняшнем видеообзоре я вам расскажу и покажу, как заводить токены на кошелек MyEtherWallet и как их оттуда выводить на биржу. Итак, поехали. Вначале мы заходим к себе на кошелек. Доступ к кошельку. Захожу я с помощью MetaMask. Итак, мы зашли на кошелек. Здесь отображается баланс и здесь адрес кошелька. И здесь мы видим поисковичок и отображаются токены. Чтобы знать, какие токены у вас на кошельке, вам нужен EtherPlower. Ссылочку на него я вам оставлю под видео. И здесь вам нужно будет после слэш в браузерной строке ввести адрес своего кошелька. И здесь отображаются все токены, которые у вас на кошельке. Итак, чтобы токен отображался у вас в кошельке, его нужно сюда добавить. И давайте, к примеру, добавим мы токен вот этот. XI, эксперти. Для этого в поисковике вбиваем название токена. Вот этот токен есть. И мы нажимаем загрузить. Загружаем, и мы видим, что у нас его 25 токенов. Если токен в поисковике не отображается, его нужно будет загрузить вручную. Давайте возьмем токен UNOC. Скопировали. Переходим в кошелек и в поисковик вставляем его. Токен не найден. Его нужно будет нам добавить вручную. Для этого нажимаем на кастомные токены. И здесь нам нужно будет прописать адрес токена, символ токена и его десятичный знак. Для этого переходим в EtherPlower. Нажимаем на название токена. Копируем его адрес контракта. Возвращаемся в кошелек. Вставляем сюда адрес контракта. Возвращаемся обратно. Копируем название его. Вставляем сюда название. И копируем его значение 18. И вставляем его вот сюда. И нажимаем сохранить. И мы видим, что токен добавился к нам на кошелек. Теперь давайте рассмотрим, как токен вывести на биржу. Для этого здесь мы нажимаем отправить. Здесь мы выбираем, какой токен мы хотим отправить. Вбиваем название здесь токена. Soul. Такой токен есть. Мы его загружаем. И у меня этого токена 8135. Здесь мы название токена Soul вписываем. Здесь прописываем, сколько мы будем его отправлять. В данном случае я буду отправлять весь баланс. Нажимаю весь баланс. И здесь мне нужно вставить адрес кошелька Soul от биржи Mercatox. Для этого нужно перейти на биржу. В данном случае здесь в раздел кошелек. В поисковике ищем. Я нажимаю пополнить. Копирую адрес кошелька. Возвращаюсь в кошелек MyEtherWallet и здесь вставляю адрес от биржи. Ниже мы видим комиссия за транзакцию. 2 газа, это будет составлять 2 цента. Но это будет очень медленно. Чтобы знать, какая актуальная цена газа на данный момент для транзакции, для этого есть специальный сайт Ethereum Gas Станция. И здесь мы в реальном времени видим, сколько газа нужно для транзакции. Если быстро, то 8 газа, это около 3 центов. Стандарта 2 газа. И медленно это 1 газ. В принципе, можно здесь оставить 2 газа, а можно отредактировать, чтобы быстрее прошла транзакция, и выставить на 8. Чтобы отредактировать, нажимаем вот сюда. Здесь скорость транзакции. И здесь мы вставляем место, вот здесь быстрый 2. Мы ставим здесь значение 8. И нажимаем сохранить. И при таком количестве газа транзакция пройдет намного быстрее. Но в принципе, конечно, можно выставлять среднее число. Здесь получается вот 2 газа. И это тоже будет нормально. Заполнив здесь все, мы нажимаем отправить транзакцию. И через некоторое время токены поступят на баланс биржи. Есть еще один вариант, как отправить токен из кошелька MyEtherWallet на биржу. Этот вариант через кошелек MetaMask. Для этого ваш кошелек MyEtherWallet должен подключен быть к кошельку MetaMask. Все это делается очень просто. Переходим в кошелечек MetaMask. Нажимаем вот сюда. Здесь мы нажимаем импортировать счет. Сюда мы вставляем закрытый ключ от кошелька MyEtherWallet и нажимаем импортировать. И ваш кошелек коннектится с MetaMask. Далее нам нужно добавить токен, который мы будем переводить на биржу, на MetaMask. Давайте опять возьмем токен Soul.
Нажимаем на сам токен здесь. Копируем контрактный адрес. Переходим в MetaMask. Здесь мы нажимаем на три полосочки меню. Опускаемся вниз и нажимаем «Добавить токен». Здесь мы нажимаем «Пользовательский токен». Здесь вбиваем адрес контракта. И здесь вся открывается информация. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Добавить токены». Токен добавлен. Чтобы вывести его на биржу, копируем адрес кошелечка с биржи этого токена. Возвращаемся в MetaMask. Нажимаем на меню. Выбираем токен. Нажимаем «Отправить». Здесь адрес вставляем от кошелька. И здесь выбираем транзакцию медленно, средне или быстро. К примеру, быстро. Здесь сумму указываем. В данном случае будет максимум. Нажимаем «Далее». Здесь мы видим, что за комиссию взимается 7 центов. И нажимаем «Подтвердить». Я отправлять сейчас не буду, так как мне еще должны поступить с игры эти токены. Я нажимаю «Отклонить». И после подтверждения, через некоторое время, токены поступят на баланс биржи. Ссылки на Etherplower и на Ethereum газовую станцию я оставлю внизу под видео. На этом у меня все. Кому было полезно видео, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. И помним, что под лежачий камень крипта не течет. Всем удачи, пока!